Сколько переносных ядерных бомб вы видели в банке? Одну. Вы видели одну? Одну, а место было для трех. Если видишь ночью пару огоньков, это еще не значит, что там целое НЛО. Мы думали, что там три бомбы. А я думаю, что Элвис еще жив, но, бля, билетов на него не покупаю. А что с другими бомбами? Так одна уже здесь. Значит, о Париже вы не знаете. Что? Вы слышали? Он не остановил. Кто он и что не остановил? Вы о нем? Служил в русском спецназе. В отряде «Вымпел». Дмитрий Маяковский, Дима. Такой боец случайно нигде не появляется. Мы знаем, что вы Мы встречались. Знаете. Выкладывайте уже на чистоту. Мы думаем, вы знаете, зачем он был в Париже. Скажите, что случилось в Париже, тогда и скажу. Мы знаем не больше вас. Что было в Париже, наверняка знает только Дима. Дим, я надеюсь, что американец сделает в Нью-Йорке все как надо. Группа подтвердила правила игры? Да, самое главное — захватить ядерное оружие, чего бы это ни стоило. А как же французская полиция? Если бомба взорвется, то обвинять будут Россию. И миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон — долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет отомстить. Соломон может быть и псих, но он отлично знает, как достичь своей цели. Дим, ты помнишь, последний раз мы здесь были под Триумфальной аркой? Нет. У могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Я ж бухой. Если бы люди знали, как многое в мире зависит от нас. Я так сказал? Да. Сегодня пара человек узнает, что мы сделали для человечества. А пивка-то нет, а? Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Тоже мне это мучает. Но я в себе это стараюсь подавить. Приближаемся к бирже Euronext. Зачем давить это подавление от фондовой биржи? Дима! Дим! Включаем блокиратор! Окей! Соломон не может активизировать ядерный чемоданчик дистанционно, если мы будем неподалеку. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься! Всегда Помните, готов. В ядерный чемоданчик не стрелять, он может повредиться, и тогда всем хана. Понятно. Все готовы? Все. Давай, давай, жми на газ. Давай! Сукин сын! Блядь! Ой, давайте уже! Пошли! Готово! Пошли быстрей! За мной! Через автопарк! Спускаешься на уровень Б, потом по лестнице вверх! Так, режь провода! Готово! Хожу слева! Ты
тварь! Привет из России!
комнате никого. Смотри, видно, что до газовой атаки люди сопротивлялись. Тяжело дышать. Перезаряжаю! Надо определить, где цель. Нужно примерное местонахождение бомбы. Прием. Основной торговый этаж вон туда. Пошел! Чисто! Ясно! Пристрелка по ним с фланга. Снимите его! Приветствует русский спецназ!
Основной торговый этаж вон туда. Пошел, Дима! Он не должен уйти! Держитесь! Кончились! Да сколько же вас здесь? Тараканы! Нам нельзя отставать от него! Он уходит! Вперед! Блядь! Держи ножа! Тихо! Подыши! Черт, нам уже идти надо! Быстрее, вперед! Загнать его сюда. Тогда мы его захватим, понял? Все чисто! Быстрее! Выносим их!
совсем опортели. Я не прошу! Нет, брат! Нет! Дима, давай! Пошли! Суки! Надо валить! Нет! Брат! Пошли! Я отомщу! Где бомба? Нет!